пятницу в Самарской области облачно с прояснениями. В северных районах возможен дождь со снегом. Температура воздуха в дневное время плюс 3, плюс 6 градусов. Ночью минус 1, минус 2. Ветер западный, северо-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность. Днем плюс 7, ночью минус 1. Ветер северо-западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем 5 градусов тепла, ночью 2 с минусом. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 5, ночью минус 1. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 42%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.